В одном из старейших микрорайонов Лангепаса появится основательная пешеходная дорожка длиной в 2,5 сотни метров. Именно здесь возвели первую в городе школу и детский сад, а затем и высотку. А вот в плане благоустройства жители отмечали отставание и обратились с этим вопросом к губернатору Югры во время одного из прямых эфиров. Дело тут же сдвинулось с мертвой точки. Основание тротуара выложили из бетонных плит. Их понадобилось около 50 штук. С техникой для перевозки и укладки железобетонных конструкций помогли нефтяники. Теперь рабочие занимаются чистовой отделкой. Впрочем, пешеходы, среди которых есть и маломобильные граждане, уже начали пользоваться новой дорожкой. В первую очередь это дает важность безопасного прохождения, как и было указано всеми жителями, наших детей, которые идут в школу утром, вечером, гуляют, чтобы они вдоль дороги не шли. Она действительно вдалеке от дороги идет, и это очень удобно. Второе. Конечно, это можно прогуляться мамочкой с колясками, пожилым людям, которые любят гулять возле природы. А природа там действительно хорошая. Большие деревья, огромные, это просто радует.